открытие магазина «Батискаф Минск», и мы встретили Юрия Козловцева, который уже много десятков лет занимается производством оружия для подводной охоты «Каюк». Юрий, расскажите о ваших впечатлениях от сегодняшнего мероприятия. Ну, абсолютно замечательное мероприятие. Я польщен тем, что меня сюда пригласили. Знаком с людьми, которые это представляют, очень много лет. Мне приятно было, откровенно говоря, сегодня видеть, как много людей пришли на эту презентацию. И я думаю, что развитие сети «Батискаф» — это очень положительное направление. Как вы думаете, как изменится подводная жизнь в Беларуси с приходом «Батискафа»? Она получит новый качественный уровень в связи с тем, что новые бренды придут на рынок Беларуси, новое оборудование, снаряжение. Техника на месте не стоит, и всегда появляется что-то новое. И «Батискаф» будет носителем этого нового. Скажите немного о вашей личной деятельности. Моя личная деятельность началась еще со школьных лет. Подводная охота для меня – это, в общем-то, вся моя жизнь. Начиналась с простейших, обычная ореховая палка, вилка привязанная, когда я увидел под водой, резинка, ну, получилась такая гавайка, сейчас называют это гавайка. А потом я почувствовал в себе силы, в силу того, что, во-первых, у меня отец всю жизнь свою на производстве работал, доступ к станкам был. Ну и вот и начался процесс созидания. Мне это интересно, я по образованию инженер-строитель. Навыки конструирования, они, безусловно, мне и расчетов, безусловно, пригодились. И вот так потихонечку сделал несколько изделий. А потом один человек говорит: слушай, говорит, а ты не пробовал запатентовать это все? Я послушал человека, обратился в патентное ведомство. Они сказали, что это абсолютно патентно пригодная вещь. Провели патентный поиск. И вот в результате чего изделие мое патентовано в 8 странах мира. Золотая медаль Брюссельской выставки, Всемирной Брюссельской выставки изобретений и инноваций в 1995 году. Масса патентов, дипломов. Сколько лет уже ружьем? Ну, в этом году 20 лет официального нахождения на рынке, моего присутствия на рынке. А первое ружье было сделано в 1977 году. Ружья «Каюк» будут представлены в «Батискафе»? Обязательно, обязательно. Буквально со следующей недели, я думаю, мы это все дело оформим. Что ж, удачного вам сотрудничества и большое вам спасибо за рассказ. Вам спасибо.